Так, на одну коробочку Но мне это я, расчеты. наверное, не подниму. И чё? Ну давай, я тебе помогу. Давай, я сам подниму сейчас, надорвешься, Нет, потом. Я сильная женщина. Потом детей не будет. О, нифига ты, не зря в качалку. Не зря в качалку хочешь. Так, сейчас открываем этикеточку. Этикеточку, да, чтобы сейчас. Подобный не заметил там ничего лишнего. А то он сейчас сперва мамке нажалуется, мамка его отправит в другое место жаловаться. Все, зачеркнул. Все, подобный не пройдет. Так, так, так. Что ты здесь у нас в коробочке? Вот это да. Блин, такая коробка, коробище здорово. Тань, мы. Ну, мне кажется. Мы, мне кажется, спотеем это все делать. Ну, мне кажется. Целая коробка вкуснях. Ну-ка. Вот. Ну-ка. Это для тех, кто. Вот такие надо курить сигаретки, да? А, вот эти, ну, конечно, папиросы. Конфетки сладкие. Конфетки, вот сигаретки, можно, супер. Да, вот эти да. мы... Я думал, это эти презервативы. О, ну, ты заводишь меня даже на расстоянии, смотри. Вот такие штучки, классные приколюшечки. Все. Ну-ка, покешь. Блин, да смотри, сколько всякого добра классного, да? О, смотри. Что еще? Какая милота. Нифига, так они что-то маленькие были. Маршмеллоу. Они на картинках-то маленькие, я думал, они маленькие, они все-таки здоровые, да? Здоровяки. Офигеть. Вот только наклеечки вот эти вот маленькие. Тебе, мужчине лучше во всем. Ну-ка. Ты что, карты что ли? Ну какие-то сладости. Лучше во всем. Жевательная конфетка, вкусно апельсин. Ну-ка, типа сигареты, типа Мальборо, да? Анахерон. Анахерон. О, офигенные штуки. Что еще там есть? Вот это Расцвета я всем желаю. От счастья. Это всем, сердечко. Даже тетушкам, которые нам да пишут всех, там, всякую всех фигню. О, это мне. Это, а вот это, кстати, можно навешать на эти. Да, все, классно. На вешалки повешаем, да и все, и нам будет навешиваться. Блин, а если я захочу сожрать? Да ты и так, ты сейчас, мне кажется, это что такое замотано? Не, не будем. Мне кажется, ты и так сейчас все съешь половину сама. О, смотри, какие штуки классные. Ля кента, думаете, что такое? Это не сигаретки, это конфетки. Девочки. Вот они. Девочки, ну-ка. Чем больше, чем у твоего бывшего. Нифига себе. Чуть... Ну, имеется в виду леденец. Леденец такая большой, да? Есть. Блин, столько много всяких пыль-кулюшек, да? Вот, классно. Вот, о, смотри, надо. Хочу тебя на десерт. Это да. Вот, это тебе на. Я тебе вот так буду дарить, когда тебя захочу на десерт. Ты их не разматывай, а то потом мы их потеряем, и цены сложно будет делать. Что еще там есть хорошее? Блин, там не целое надо, коробище. Вот, смотри, хватит можно. Быть унылой какашкой. Да. Хватит быть унылой какашкой, офигенно. Ну, мне кажется, мы не зря таких штук заказали, да, много? Надо еще коробочку потом заказать. Мне кажется, сейчас ребятки узнают, что у нас здесь есть, и побегут. И побегут расхватывать. Ну что, еще что-то есть там интересное? О, это что такое? Что за коробка? А, это Кусь. Бургеры. А, тоже коробку целую взяли? Да, сладкой попочки. Сладкой попочки? Да. Нифига себе название. Вот какие названия прикольные для детишек, да? Я просто боюсь доставать что-нибудь, ну, это конфеты. Сладкие бомбочки. Да. Блин. А я думал, они маленькие все, но на ага, картинке. Вот тебе все, маленькие. Прикольно, ты говоришь, это же офигенно, Таня. Я сейчас все, короче, довольна. Супер. Все, класс. Все, мы, короче, что мы? Мы пошли мармеладные короли. Смотри, у нас добра теперь. Сколько. Ну все, короче, давай раскладывать. Да. Все, всем пока. Всем все свежее, сладкой жизни, мармеладной. Все свежее. Короче, приходите к нам. С документами все вкусно. Да, это ты для подобного, да? Про документы сказал. Да, он чмо какой-то.